Ремонт нового тротуара и замена свежих бордюров. Такую картину наблюдают кировчане на улице Чапаева. Буквально пару лет назад там появилась ровная пешеходная дорожка на месте старого советского покрытия. А сейчас ее опять решили обновить. Зоя Попцова продолжит тему. Как мы видим, дорога уже подготовлена под укладку брусчатки, хотя она и без того идеально ровный асфальт. Мне кажется, можно было эту брусчатку положить на другие дороги. У нас в Кирове полно дорог, где либо вообще она отсутствует, либо в очень плохом состоянии. Но я считаю нецелесообразно ложить плитку в том месте, где дорога совсем новая. То есть тут ее недавно положили. Эти деньги можно было пустить на другие расходы. Целесообразна ли укладка брусчатки здесь? Ну, мне кажется, будет посимпатичнее смотреться. Это, может быть, в плане эстетическом будет лучше. Не помешало бы. А почему? Будет ровнее, удобнее дорога. Ну, потому что удобно будет с колясками ходить. Для мамочек особенно. Ну, вообще, как-то правильно, будет покрасивее, поэстетичнее, наверное. Ну, пусть будет. А почему вы так считаете? Ну, мне кажется, более практично. По деньгам, конечно, это не нужно. По практичности это нормально? Скорее всего, подстраиваться, что там было плохо, тут там было плохо. И поэтому надо сравнять, что все было брусчатка. Я думаю, так, наверное, отталкивается от этого. Но относительно новый асфальт на улице Чапаева находится буквально рядом с тремя домами. Некогда идеальный тротуар заканчивается на перекрестке с улицы Калинина. И чтобы дойти до улицы Воровского, по словам местных жителей, им приходилось идти по разрушенному тротуару. Сейчас он находится под слоем песка. Здесь идут работы по укладке плитки. И в скором времени здесь появится идеально ровное покрытие. Есть и те, кто считает, что нужно делать дворы вместо тротуаров. И сейчас я буду выходить из своего дома по этим рытвинам на цивилизацию, на брусчатку, на нашей улице. Как вы считаете, приемлемо или неприемлемо? А вот у деревянных домов тротуар и вовсе отсутствует. По словам местных жителей, весной и осенью здесь вечная грязь и месиво. Но судя по тому, что здесь находятся новые бордюры, тротуар все-таки появится в скором времени.